Ирина Чеботаева – актриса молодая, в труппе самарской драмы относительно недавно. Но за время самоизоляции успела соскучиться по сцене, коллегам и по игре. Поэтому с радостью приняла участие в проекте художественного музея. Самарцы повторяли сюжеты картины из коллекции музея и выкладывали свои фотографии в социальные сети под хэштегом «Сюжеты нашего музея». Ирина и ее коллега по цеху актер Владимир Морякин сделали косплей на полотно Владимира Маковского перед объяснением. Это был очень интересный опыт для меня, как для актрисы, потому что с Владимиром Морякиным и с фотографом Владимиром Суховым мы попытались передать атмосферу, чувства и эмоции, которые царят в картине Маковского перед объяснением. Это была очень тонкая и чувствительная работа. Воссоздать максимально похожий на оригинал образ артистам помогли костюмеры, гримеры и реквизиторы. В творческой работе вся команда театра подошла серьезно. Важен был каждый штрих. Совместно с музеем мы устроили вот такую акцию под названием «Изоляция». В экспозиции музея висят картины. Они предложили часть картин, и мы подобрали актеров похожих. Их, по-моему, было всего 9. Планируем ли мы еще? Да с удовольствием. Потому что уже хочется давно поработать. Артисты воплотили в жизнь для проекта «Из-за изоляции» 3 картины Маковского, а также женский портрет, выполненный Верой Граве, и портрет купца Кузнецова Василия Перова. Пользователи социальных сетей могут оценить схожесть актеров с оригиналом с помощью интернет-голосования. Мария Левина, «События».